Сегодня мы начинаем проект, предусматривающий чтение курсов по истории города Витебска. Дело в том, что в последнее время в интернете, благодаря тому же интернету, благодаря многочисленной литературе, которая продается в магазинах, появилось много специфических теорий исторических и подходов. И очень часто история родного города, она показывается не с той стороны, с которой хотелось бы, более того, очень часто она фальсифицируется. Просто появляются факты, которые реально не подтверждаются источниками. Поэтому, чтобы не допустить такой фальсификации истории, чтобы опираться в первую очередь на исторические источники, мы решили провести подобные курсы. Непосредственно участниками проекта стала кафедра истории Беларуси Витебского государственного университета имени Петра Мироновича Машерова, Витебская областная библиотека имени Владимира Ленина, Народный клуб исторической реконструкции «Варгенторн», Центр культуры «Витебск» и городской портал города Витебск. Идея проекта родилась у соковику 2016 года. В Витебску святковались угодки Магдебургского права. Мы с Денисом Валерьевичем Юршаком читали лекцию ратуши. Николай Васильевич Пивовар проводил экскурсию. И тогда мы убачили, кольки есть зацікавленных историей родного города людей, и вырашили провести вот такие курсы. Я думаю, будет корыстно и цікаво. Следите за новостями на портале городвитебск.бай.